Пушкину говорит: Саша, напиши мне какой-нибудь каламбур, а то на бал надо идти чем-то блеснуть. Ну ладно, слушай. Адам Ева прижал к дереву. Ева пищит, древо трещит. Ну-ка, нормально, классно. Приходит на бал, говорит: господа, мне снова каламбур. Все, ну давай. Адам Ева прижал к дубу. В общем, он ее выбрал. Ну, стекай, господа, это бесподобно.